Всем доброе утро, дорогие друзья! Ура, наконец-то мы проснулись. Прошел у нас Тишин день рождения, мы очень хорошо отметили. Сейчас вышли и все идем на завтрак. Настюшка, а ты что сидишь? Устала? Пошли кушать. Нет, пошли. Здесь манная каша, масло, сыр, чай, вареное яйцо и глазированные сырочки. Настюшка, вкусное яйцо. Мы, кстати, сидим за столиком номер один. Так что все, будем кушать. Всем приятного аппетита. Вышли из столовой и сейчас направляемся в санаторий, который находится рядом с нашим лагерем, Сосновый Бор. Дорожка такая идет через лес, вот через сосны. Мы туда идем, потому что я записана туда на процедуру ванну Клеопатры. Мы, кстати, в этом году только взяли процедуру вот эту вот ванны Клеопатры и ходим на кислородный коктейль. Вот. И после этих процедур мы отправляемся в Радашковичи. Поедем в магазин, поэтому тоже поснимаю, покажу. И, может, заедем в магазин керамики. Посмотрим, как будет по времени. Бабах! Да, это деревья. Был ураган и попадали деревья. Сережка, как настроение? Боевое. Боевое. Сережа приехал на выходные к нам. Тоже отдохнуть. Ну, классное место. Особенно даже приехать на выходные, расслабиться, отдохнуть, подышать сосновым воздухом. Просто супер. Да. Нормально. Все, дорогие друзья, буду погружаться и отдыхать в течение 15 минут. Мне нравится, что в этой ванной лежишь и смотришь в окошко вот на такой вид. Это мы поели шоколадку. Так, все, мы приехали. Вот здесь вот такие вот магазинчики в Радашковичах. Так, что здесь? Кстати, магазины находятся на улице Минской. Представляете? Вот, что у нас здесь? Соседи, магазин Мила и супермаркет Виталюр. Зоомагазин, аптека. И еще какой-то магазинчик. Наверное, скорее всего, это продуктовый магазин. Лагода. Ну что, заходим? Куда сразу пойдем? Пошлите в Милу. Настя, пошли за мячиком. Покажи, какой большой у тебя мяч. Это тебе такой большой мяч взяли? Ничего себе! А что на нем нарисовано? Апельсин. Пошли посмотрим звездочки. Так, мы вышли с магазина. Конечно, мы не обошлись без покупок. Все покупочки покажу чуть позже. Покажи, Настя, кто это у тебя попался? Кто это? Лев!
Ничего себе, Настя, вот это да. Ты лев, и тебе попался лев. Все, едем в магазин керамики. Потом покажу все покупки. Так, мы приехали в магазин керамики. Как ни странно, в воскресенье он работает. Вот режим работы. Так, суббота, воскресенье с 9:30 до 16, а так до 6 вечера. Сереж, как тебе такой горшочек? 584 рубля. Обалдеть. Настя, зачем ты в корзине? Ну, кстати, а дальше мы там не ходили туда. Пошли посмотрим. Здесь ничего нет. Господи, на входе. Что?